Даша. Я занимаюсь бисероплетением, я очень веселая. Хочу стать телеведущей, голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Иван, и я увлекаюсь спортом. Голосуй за меня, и я хочу стать телеведущей. Привет, меня зовут Настя. Раньше занималась танцами, и сейчас хочу продолжить свою карьеру в качестве телеведущей. Голосуйте за меня. Привет, меня зовут Серега. Я общественный молодежный организатор по спорту. Я участвую в проекте «Ты станешь ведущим». Голосуйте за меня. Привет всем, меня зовут Валя. Я просто обожаю вышивать крестиком и люблю слушать музыку, такую как хип-хоп. Я очень хочу стать ведущей, потому что это моя мечта. Голосуйте за меня. Всем привет, меня зовут Кристина, и я хочу стать телеведущей. Я увлекаюсь спортом, танцами и вокалом. Голосуйте за меня. Всем привет, я Владимир Крюченко. Люблю заниматься историей, политикой и спортом. И очень хочу стать телеведущим. Голосуйте все за меня. Привет всем, меня зовут Артем. Мне 16 лет, я увлекаюсь гитарой. Я хочу стать телеведущим, это моя мечта. Голосуйте за меня. Привет, меня зовут Вероника. Я активная, креативная личность. Я хочу сделать мир лучше. Голосуй за меня. Привет, я Круглова Екатерина. Увлекаюсь рисованием. Ну, очень яркий, позитивный человек. Люблю развлекаться. Хочу стать телеведущей. Голосуйте за меня.